Преступление было совершено на улице Староклубной. После ссоры с женой вооруженный ножом мужчина закрылся в доме с дочерью. Требовал передать ему пистолет и патроны. Полицейские передали ему непригодный для стрельбы пистолет, после чего сочинец отпустил девочку. Он удерживал ее около 8 часов. Мужчину сразу же после этого задержали. При обыске обнаружили наркотик в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, не может осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает краевое следственное управление.